Большой приветик всем! У меня повторное цветение. Вот такие вот мои красавицы цветут повторно. Я решила их заснять. Я знаю, что я повторяюсь. Может, некоторым не интересно смотреть. Не смотрите. Но мне жалко не снять вот эту красоту. Ну как вот? Ну, видели уже, ну еще раз, может, кто-нибудь увидит, а может, кто-то не видел, может, новые гости увидят моего канала, посмотрят на эти цветочки, а потом подпишутся на меня и посмотрят все остальные мои видео. А подписчики моего канала, как у вас дела? Пишите. Что вы делаете, как проводите время, лето, все берете отпуска, куда уезжаете. Пишите, пожалуйста, мне так интересно узнать, как вы проводите время, что у вас интересного. Какие-нибудь новости от ваших цветочек. У меня вот такие вот повторные цветения. Вот это вот Лубивия Аурея, мой новый кактусик. Кто не видел, посмотрите, есть видео отдельное. Оно цвело. И вот теперь повторное цветение. Вот такое вот. Такой вот он у меня красавчик. Какой вот у него ножка длинненькая. Но я очень рада, что он мне выдал еще один цветочек. Красота. Красота, красота. Я влюблена в него. Ну, эхинопсис — это, конечно, из первых моих кактусов. Неженка. Цветет каждый год уже много-много лет. И мне нравится так же, как и в первый раз. Вот эти вот красивейшие цветы на мой вкус. Мне кажется, у эхинопсиса все-таки самые красивые цветы. Не знаю. Может, из-за того, что был первый мой кактус цветущий. Но они очень красивые, очень. Вот этот лично, который мне подарила тетя София недавно. Он вот цвел, вот сейчас опять зацвел. Повторно. Я ждала, чтобы он как он отцветет, переедет тоже на дачу. Вот так вот. Но всегда приятно видеть цветочки. У нас почти обед, а он еще открытый. И это потому, что сегодня у нас не очень жарко, чуть-чуть лучше, а то у нас ужасная жара была. И вот цветочек, пока открытые цветочки. И вот я дождалась, эти пока еще не закрылись, этот открылся, заснять их обоих. Ну, вот такие вот делишки у меня. Вот тут вот бутоны тоже, у гимнокалициума. Вот это хамацериуса. Он тоже бедный, уже развалился по сторонам, отяжелел. Надо пересаживать. Я его не пересаживаю, чтобы не сбросил бутоны. И вот он, бедный, мучается. Я вижу, что он мучается. Но что поделать? Подождем еще чуть-чуть. Ну вот левисия, как выглядит. Видите, без цветочек, простой зелень. Как травка, могу сказать, ничего интересного. А с цветами очень даже красиво. Так, ну, мои эхеверии, они всегда красивые. Им не надо цвести, они сами как цветочки. Беленький. Вот это вот эхеверия перле, вот она еще цвет не набрала. Она должна стать такая розовая. Красивые толстые листики.
Вот эта вот синенькая моя всегда красивая. Зимой и летом одним цветом красота. Красота. Сейчас вот они почти все одинаковым цветом, хотя они все разные. Вот это более сиреневая должна быть. Видимо, еще это... Нет, солнце есть, солнце попадает, но почему-то еще цвет не тот. Но они растут, они в данный момент растут. Когда они растут, они обычно светлые, а потом потихоньку набирают свой цвет. Так, сейчас я покажу. Вот так вот издалека. Вот тут у меня на окне сейчас не очень красиво, потому что большинство растений уже переехало на дачу. Ну вот, если кого-то интересует, покажу вот эти кактусы, которые я привезла с выставки. Кактусята. Я их посадила в такую вот маленькую пластиковую из-под печенек. На пока. Пока приживутся. Все хорошо прижилось, как я вижу. Потому что оно прозрачное. Видно, вот тут корешки у всех. Вот некоторые, вот видно, верхушки позеленели. Все хорошо. Что у нас еще тут? Тут тефрокактус. Один из тефрокактус, вот который был побольше, выдал еще и детишку. Вот оно. Видите? А другой, который был поменьше, загнил. Вот так вот. Ну, вот тут суккуленты. Кое-какие я уже посадила, кое-какие еще нет. Ой, извиняюсь. Вот тут они у меня все в одном. Прижились, седали корни. Потихоньку растут, но пока не знаю, куда их высадить. Вот жду тоже свою очередь. А вот тут могу сказать такая идейка, если кого-нибудь интересует, вот эти вот, скажем, как их баночки из-под консервы. Это мне дала двоюродная сестра, у нее сын ходит в садик, и вот там в садике они делают вот такие вот подарки для мам. Вот это, кажется, было на Пасху, это на День мамы. Вот посмотрите, такие вот красивенькие штучки. Она меня попросила что-то посадить в них. Конечно, я в них не посадила, я посадила в отдельные, как сказать, горшочки. А под горшочками есть такой, как сказать, в общем, я отрезала от бутылок низ от пластмассовых бутылок, чтобы туда стекала вода, так чтобы вот это вот не заржавело, потому что это же железо покрашенное. Детям вот учат делать вот такие вот садики, вот такую красоту. И вот мы решили их вот так, скорее всего, моя сестра решила вот так их использовать. Мне кажется, очень даже красиво получилось. Так, ну все, я с вами прощаюсь. Пишите мне обязательно, а то мне скучно. Как вы проводите время летом? Я пока еще не купалась даже на море. Представляете, вот так. Море возле, а купаться не успеваешь. Бывает и такое. Но ничего, еще поллета всего впереди. И надеюсь, еще успею всего. Море не убежит. Ну все, я с вами прощаюсь. Пока-пока. До свидания. Всем всего хорошего.